Знакомство Клода Моне и Эдуарда Моне началось с очевидного недоразумения – путаницы с фамилиями. После открытия очередного салона к Моне начали подходить знакомые и хвалить две его Марины. Какие Марины? Он не посылал в салон никаких Марин. Оказывается, что какой-то молодой нахал пользуется сходством фамилии, чтобы прославиться. Мало того, еще и картины его имеют большой успех. Со временем обиды и претензии растворились в огромном взаимном уважении и восхищении. Летом 1874 года художники работали вместе на берегу Сены, в Аржантеи. И Моне как будто решил поиграть со своими друзьями в их импрессионизм, но по своим правилам. Все импрессионистские находки он этим летом примерил и освоил. Короткие отрывистые мазки, светлая палитра, пленэр и солнечный свет. И все равно остался самим собой. Он писал воду и пейзажи. Но всегда отыскивал то, что интересовало его всегда. Отношения мужчины и женщины и внутренние живописные законы произведения, которые не всегда совпадали с закономерностями природы цветов. Так появилась загадочная средиземноморская синева Сены на картине Аржантей, за которую Моне исступленно поносили критики, требующие соответствия действительности, и которая стала очередной попыткой художника натренировать глаза зрителей на новый взгляд, на искреннее эмоциональное искусство. Художник может все выразить при помощи фруктов и цветов или одних облаков, считает Моне. И на этот раз ему хватило синевы Сены, чтобы создать то радостное настроение, в котором пребывал он в то лето, и в котором находились окружавшие его влюбленные пары, медленно плывущие по реке и звонко смеющиеся. Когда на салоне 1874 года кто-то робко пытался похвалить картину Моне, ему обязательно кричали в ответ: «Но это синева, река цвета индиго, плотная, как металл, прямая, как стена», — захлебывались в возмущении критики. Их интересовала одна только вызывающая синяя река. Этот Моне просто издевается и смеется над ними, нарочно устраивает шумиху и раздувает скандалы вокруг своего имени. «Мое честолюбие никогда не повторяет завтра то, что сделал вчера», — говорил Моне. И после этого лета он больше никогда не напишет «Синюю Сену», но напишет «Весну», проданную в 2014 году за 65 миллионов долларов, и «Бар» Фоли Бержер, и «В теплице», никогда не повторяя себя вчерашнего.